Более 800 миллионов рублей на дороге. Эту сумму глава администрации Рязани Елена Сорокина сегодня называет беспрецедентной и не без гордости перечисляет отремонтированные улицы. Забайкальская, Щедрина, Высоковольтная. Теперь мы сделали полностью Добролюбова, Коняева, какие еще? Улица Рязанская, вот тот большой участок и Мирный. Да. Два участка под реконструкцию у нас попали. Очень давно этого не было в Рязани. Это мост через Лыбедь на улице Ленина и перекресток Советской армии Касимовское шоссе. Деньги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пошли и на ремонт моста через Трубеж на въезде в Конищево. В следующем году работы здесь завершат. Уже завершен ямочный ремонт. Цифры сегодня звучат, как победная сводка с фронта. 20 127 сделанных метров квадратных ямочного ремонта. И дополнительные еще патча инъекционно-струйным методом 5 011 метров квадратных. Литой асфальтобетонной смесью с января в течение холодного времени года 7763 метров квадратных. Также применялась асфальтовая крошка на тех дорогах, где необходима подсыпка. В следующем году латать ямочное полотно тоже будут. Впрочем, предусмотрен и капитальный ремонт. Еще 11 участков. Здесь продолжают действовать двухлетние контракты. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».